Абитуриентов, поступающих в этом учебном году в Казанский федеральный университет, ждало множество испытаний. Сдача государственных экзаменов, получение аттестатов, ожидания в очередях и все это, чтобы оказаться в списках приемной кампании. И пришло время каждому, кто хорошо себя проявил, стать студентом-первокурсником. 2 августа приемная комиссия Казанского федерального выпустила первый приказ о зачислении, в который вошли лучшие абитуриенты. Первая волна очень важна, потому что это формируется общая картина по баллам, по конкурсу, по количеству зачисленных. Поэтому это ориентир для второй волны, которой приказ выйдет 8 августа. Поэтому первая волна – это первое ожидание первых абитуриентов, прошли, не прошли. И те, которые имеют максимально высокий балл, как правило, они попадают в первую волну. Все, кто оказался в списках первой волны, будут занимать бюджетные места. И в этом году таких студентов будет гораздо больше обычного. Всего в университет по всем формам подготовки мы примем 12 770 человек. А пока первая волна касается лишь только бюджетного набора. Просто первая волна, как вы называете, это 2051 человек. Это вот первые такие вот вехи зачисления в Казанский федеральный университет. Ну а тем, кто не нашел своего имени в списке, расстраиваться рано. 8 августа выйдет второй приказ, в который войдут оставшиеся 20% бюджетников, а также студенты, прошедшие на контрактную форму обучения. Надо понимать, что зачисление на бюджет происходит в два этапа. Первый этап – это 80% от всех бюджетных мест, и 20% бюджетных мест остаются на второй этап. Второй этап – это приказ выходит 8 августа, и сегодня, 6 августа, до 18:00, те, кто желает участвовать в конкурсе на вторую волну, они могут подать оригинал своих документов. В 18:00 мы закрываем прием, и те, кто подал, мы среди них организуем конкурс. Олег Ашин, Владимир Нелюбин, Универньюз.